Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. А сегодня у нас на повестке дня посмотрелочка из Стима под названием $1 Ride, $1 Ride, или же $1 Поездка, короче, типа так. Игра у нас в жанре Action Casual Indie. Разработчик Be Happy Studios, ну классный разработчик, вообще четкий. И издатель у нас Back to Basics Gaming. В 2016 году эта игрушечка вышла, она типа как минималочка, типа ну просто поиграть и все. Давай в опции зайдем, что Sound Music, Window, нет, не Window. Score Archivements, даже Archivements есть. Короче, понятно. Давайте разберемся, что тут у нас. Так, Slow минус HP. Большая скорость, плюс одна пуля, медиум скорость, большое замедление, плюс 50 поинтов, плюс 100 поинтов и плюс одна жизнь, маленькая скорость. AD, left, right, arrows to move the ship. Окей. А в чем прикол? Ой, старт. А, да, ты смотри, здесь даже есть эти как корабли, можно выбрать их. Что делать? Так, вот это, да? Тут надо угадывать или чего? Что делать? Ракета. А для чего ракета? Как Что такое? Your ride is over. Твоя поездка уже завершилась. Твой корабль истратил всю скорость. В смысле? Коротенькая игрушка, класс. А что в смысле? Что делать-то, блин? Medium speed. Big speed. Ой, блядь, ты чё? Ой-ой-ой-ой, так как тут понять, куда... А, нужно просто собирать скорость или чё? Чтобы постоянно лететь, типа... Ой, блядь. А все, я затупил, да? Не долетел, блядь, стреляй! Капец, зачем мне Enter My Name, если я не успеваю ничего сделать? Хорошо, смотри, нам нужно, короче, лететь на скорость. Ой, чем быстрее, тем труднее. Да он быстро так тормозит, пипец. Воу! А я чё, в смысле, слов? Я же нажал, вот это сложненько будет. Хорошо, $1 Ride, ты такой $1 Ride прям на $1 точно тянешь. Так, берем ускоряшку, херак. Берем ускоряшку, херак, херак. Воу! Блин, а как тут все это? Плюс one bullet, зачем мне bullet? Чем стрелять? А чем стрелять? А стрелять чем, алё? Смылыш, стрелять чем? Bullet one. Вот, как-то выстрелил. Как выстрелил-то? Как-то выстрелил, не понял, да как. Ладно. Что-то сложненько прям, подожди. Берем ускоряшку. Так, это у нас эти. Ага, ускоряшка. Ускоряшка. Блять, да как так-то не попал-то, иди твою мать. Ой, а тут все уже, тут ничего нет. И что-то bullet, как мне стрелять-то? Сука, как... А подожди, а как тут это вообще играть-то? Как тут успеть-то дальше доехать, чем надо? Ну смотри, 3, 4. Вот так, давай мне по прямой все время скорости, нормально будет, чё? Ага. Он очень быстро тормозит. Блять, ну все, не долечу. Почему так долго-то эта херня вылетает? Чё за хер? А почему уже мне не пишут эту... Типа... А, я, может, рекорд не побил просто. Хорошо, ладно, смотрим внимательно. Ну, очень сложно, смотрите, если честно. Опа. Блять. А, он сам стреляет. Ах ты, сука, паскуда. Ладно. Блять, поймал. Давай быстрее, быстрее. Лети, 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 лети. Ой, хорош, красавчик, достал. Оп, не то. Блять, не то. Да. Как я мог там успеть посмотреть, куда надо? А как это самое? О, побил свою. А как купить новый корабль? Ладно, может там надо сколько-то очков набрать. Ладно, погнали. Окей, так, вперед, 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 наперед, передер. Ага. Жизни. Для чего жизни? Кто может сказать для. О, а чем дальше, чем быстрее идешь, смотри, тем дальше отдаляется экран. Тем проще смотреть. Хорош. Мне бы аптечку, только для чего, я не понимаю. Ладно, подожди. Сейчас, секундочку. Сейчас будет аптечка, возьму. Она-то, в принципе, тоже ускоряшку дает. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Пиу. Слабо дала. Слабо быстрее нужно. Все, разогнались опять. О, вот это вот пошел. Просто пошел в разнос, смотри.
А зачем жизни-то? Жизни-то зачем, если у меня, если бензин кончится, то все, я остановлюсь. Слабо. Давай быстрее. Хорош. Ага. Бляха. Вот это плохо. Нормал, погнали. Идем на рекорд. На рекордный рекорд идем. На два рекорда идем. Блядь, не то взял. Ладно, возьмем аптечку, которая мне нахер не нужна. Давите твою. Пиль. Бляха, прикинь, нажал. Сразу, блин, дурак. Сразу две кнопки нажал, влево и вправо, представляешь? Давай я так напишу. Нормально? Play. А почему корабль не открывается? Click his ship you want to use. Я хочу вот этот юзнуть. Как его открыть-то? Archivements. Take, collect 100 спидапов. А тут не написано сколько? Play 20 times. Collect 10 000 поинтов. А как открыть корабль-то новый? Ладно. Ну, в принципе, я понял, как играть. Ничего сложного нет. Просто нужно смотреть внимательнее и все. Больше ничего не надо. Чем дальше едешь, тем дальше экран, тем проще смотреть на экран. Только зачем жизни, я так и не понял. Вот прикол. Вообще не понял, для чего жизни нужны. Серьезно. И это плохо? Ага. Для каких целей жизнь нужна? Если я здесь только могу, в принципе, проиграть только по тому случаю, если я... Это... Если я остановлюсь и все. В принципе. Ага. Ебать. А зачем деньги? Вопрос тоже еще такой интересненький. Нахера деньги? Стоп, вот эти поинты, нафига? Ну, блядь, не успел. Вот повезло. Блин, да что такое-то? Блин, оно очень сильно близко. А? Блять. Давай. Не, так. Я думал, тут какой-то экшен будет, типа стрелять там что-то. Ну, как, знаете, обычно вот эти летушки по летушке. Нужно типа стрелять в кого-то. А тут просто тупо надо вот так вот смотреть и это самое. Или типа лететь на скорости. Ну вот смотри, сейчас уже попроще смотреть, потому что оно... Я еще только ускоряюсь, а оно уже мне показывает, что там впереди. И то есть видно уже сразу. Только как я поинты буду собирать, я вот это не понимаю. Блять, это хуёвенько. Давай. Блять, не хватит. Сука, на один раз хватает, но дальше не хватит, все. Хватило, прикинь. Да все, уже не хватит, все, ты пиздец. Ну блин! Ёлки 20. Архивы Мэнсет... О! Коллект 100 спидапов. 100 жизней. А тут как открыть корабль-то? Сука, не открывается. Ладно, давайте еще времечко у нас есть. Так что поиграем еще чуть-чуть. Фигурочка вроде такая нечестная. Просто влево-вправо класаешь и все. И просто надо глаза иметь. И больше ничего не надо. Ну, нужны спидапы, но вообще-то тут... А как мне собирать что-нибудь другое, кроме спидапов? Я вот, не... вот еще вопрос. Как собирать, кроме спидапов, что-нибудь, если я... Если буду собирать не спидапы... Блять, все. Если я буду собирать не спидапы, я остановлюсь. Очень-очень быстро останавливается. Вот в чем беда. Он очень быстро останавливается. Очень быстро. Прям махом. Прям вообще. То есть одну волну ты пропустил, все, он остановился. Если ты одну волну хотя бы пропустишь. Нахера эти, блядь, жизни, не понимаю. Ну тут надо вот такое ускорение брать, а потом следующий можно уже что-нибудь такое, типа, брать, чтобы на следующий раз хватило. На следующий заезд. Нужно вот такое брать, а теперь можно брать что-нибудь другое, да, вот. То есть, фудж, а теперь что-нибудь другое можно, блядь. Вот это. Ой, стой, тихо, ускоряшку нужно. Надо разогнаться. Блин, это нахера? Ага. Блин, что-то одно только можно взять. Для чего жизни?
Так, ну вроде... Блин, ой, что-то подлагало, да? Ой, ва! Тихо, спокойно. Я случайно... Я случайно, прикинь. Все нажал случайно только что. Просто тупо на рандоме. Чисто на рандоме пролетело. Обалдеть. Поинты. Поинты-херойнты. Стоп, поинты. Для чего поинты-то? Тоже. Для чего бабки? Тут же ничего не покупается. А, хорош. Я просто сосредоточен, извините. Очень сильно. Как бы скажем так. Ладно. Ой, хорошо как. Ай, блядь. Тихо. Ускорение нужно. Ага, хватает, нормально. Так, летим. А что, я уже использовал выстрел, что ли? А вот он, прикинь. Ух, успел, как ты видал. Для чего бабки? Тихо. Вот это я, да? Ну, в принципе, я же говорю, несложно. Просто нужно смотреть и все. Ага. На каждом, почти на каждом пролете есть желтая вот эта ускоряшка, в принципе. Так что, я думаю, нормально пойдет. Вот так одну берешь, вторую берешь, например, потом берешь очки. Там, я не знаю только для чего они нахрен нужны, но для чего-то, наверное, нужны. Что-нибудь типа того. Плюс ван... Ой, все, хана. Провтыкал ускоряшку. Ну да ладно. Сколько мне? 1800 денег, смотри. Да нахер мне это нужно? Архивом. Это что там? Ничего не открыл нового. А как открыть самолет? Ладно. Возможно, нужно деньги собирать. Возможно. Но это не факт. Может, жизни нужно собирать. Давай будем жизни собирать. Сейчас буду тупо жизни собирать. Ой, очки, ладно. Ой, блин, не то. Пальто! Лети вперед. Так, жизни, где жизни? Не вижу жизни. Вот жизни, блядь. Ой, это все хана. Нет, не хана. Ускоряшку быструю. Бля. Нифига. Так, хорошо идем, отличненько идем, отлично, вообще суперово. Зачем тебе деньги собирают-то? Ба! Жизни. Все, хана, минус хп, и что? А, вот, минус хпшка, это если я врежусь во что-то. Достанешь? Сука, достал! Красавчик. Хпшка, понятно, нельзя врезаться в эти, в каких, в, ну, вы поняли, да, в астероиды. Или что это такое? Ну, что-то типа того. И хпшка для этого нужна, но... Ага. Slow speed. Нет, надо побольше взять спида. Тихо. Скорости надо побольше. Оп, жизнь-ка. Ускоряшка. Жизнь, сука. Вот это, блин, игруха. А чё, мне, кстати, прикольная игра довольно-таки. Ничёшная такая, просто можно так просто сесть и зашпилить, смотри. А чё, четко едешь, просто ничего не делаешь. Лево-право нажимаешь, смотришь. Глазики имеешь, смотришь, все нормально. На ускоряшечки всякие. Ага, только для чего это все? Непонятно. Она немножко недоделана, походу, да? Или чё? А вот это не долечу, да? Я долетел. Ага. Это у нас... Он автоматом стреляет. Можно очки брать. Оп. Потому что я уже разогнался. Скорость сверхмировая. Я думал, можно как-то корабли открыть, а? Получается, что нельзя или чего? Или их можно как-то открыть, только надо что-то сделать?
я не понимаю пока что. Так, блин, не то. Подожди, мне нужна ускоряшка. Большая, а потом что-нибудь такое. Вот теперь опять большая, отлично. Еще большая. Так, жизни где? 1500. Воу! Вот это я успел. Хорошо. Блин, там была большая ускоряшка, ну да ладно. Так, монетки. Ай, блин. Так, монетки. Ай, близко очень сильно, близко. Воу! Ой, блядь. Тихо, нормально. Нормально идем, все нормально идем пока что. Ой, как близко-то. Давай чуть-чуть подальше отойдем, окей. Подойдем за угол, чувак, слышь, давай. Эти-теть. Ёб твою. Эти-теть. Иху! Я! Я! Бляха. Что-то туплю, прям не смотрю, куда лечу. Вообще. Ну смотри, как я уже отдалился прямо от этого. От камеры. Ну простенько, в принципе. Теперь понятно, когда и как играть. Теперь простенькая игрушка вообще получилась. А что? Берешь просто влево-вправо тыкаешь и все. Я вот еду уже сколько? Минут, наверное, 4 или 5, да? Я хер там знает, не знаю, не засекал. Ну, возможно, нужно архивы вот эти открывать какие-то, чтобы там, например, открыть корабль новый, возможно, жизни нужно собирать, или что-то типа такого, я не знаю. Или же кучу денег насобирать. Ну, только для чего эти деньги? Просто для чего они нужны? Очки эти. Вот реально, для чего? Вот насобираю я 2000, например, и что, я смогу корабль купить? Я же не могу купить ничего здесь, в этой игре. В принципе. И все. Вот это и все. Вот это и вся игра. Ну класс. Нормально. Только я мышкой, наверное, тут мешаю, да? Мышка, уйди. Так, смотрим. Долго так еще лететь? Я уже заколебался. У меня уже сейчас нервный срыв будет. Сейчас по-любому я провтыкаю. Смотри. Опа, и все. Не, не все. Еще долечу. А теперь две быстрые ускоряшки, даже 3 штуки. И теперь дальше, опять же, по новой. Ну, сложность не добавляется. Вот в чем беда еще. Сложность не добавляется. Дальше там, может, что-то новенькое могли бы добавить. Просто летишь и все. Ты про... О, 2000 у меня есть монеток. Че, для чего они? Ой, все. И епти! И все, на следующую мне не хватит. Не дотащит. Дотащит. Если дотащит, то все, дотащу дальше. Все. И опять заново. Ну и до свиданьки. Ай, не то. Эть. Воу! Хорош, смотри, видишь, выжил. Блин, не выжил. Не выжил, смотри. Все нормально. Блять, все. Вот это до свиданьки, вот это поймал. Отлично, короче. Ну, и... Не открыл ни одного архива, что за херня? Play, старт, нет корабля. Ладно, не открывается, короче, не хочет он со мной открываться. Сучка такая. Ну ладно тогда, вот, короче, игрушка такая, и такая под названием $1 Ride, $1 заезд в Стиме, не помню, сколько она там стоит, но, короче, сколько стоит, я ее с раздачи получил, она у меня бесплатно получилась, так что игра, ну так-то нормальная, только ничего разнообразия нет, ты только летишь и собираешь одно и то же, ну как-то там корабли, а смысл с кораблей вообще не понимаю, просто скин и все. В общем, такая игрушка. На один разочек. Все, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте. До встречи в следующей игре, которая может... Не может, у нас будет она в Стиме. Следующая по-любому будет, потому что там еще игр очень сильно много. Их надо пройти, то есть посмотреть. Все, ребятушки, всем пока.